22 декабря 1797 года переименование города Екатеринослава Новороссийск. Стремившийся уничтожить всякие напоминания о деятельности его матери, императрицы Екатерины II, император Павел I переименовывает Екатеринослав в Новороссийск. Через 5 лет сын Павла Александр I, благословенный, который обещал дворянскому обществу править по заповедам своей бабки Екатерины Великой, в 1802 году возвращает городу предыдущее название Екатеринослав.